5 декабря 2009 года Александр Васильевич Бодный, полковник в отставке, поет веселую песню о трех танкистах вместе с такими же, как он, ветеранами Великой Отечественной войны. А почти 70 лет назад 18-летний выпускник школы Саша Боднарь по совету своего дяди поступил в Ульяновское танковое училище. Тогда дядя сказал ему: «Те, кто пойдут в институт, не успеют закончить его. Война на носу. Лучше иди в училище, чтобы себя с большей пользой проявить». Война застала его в летних лагерях. На трибуну поднялся начальник училища генерал-майор Кашуба. Он был без ноги, командир танковой бригады на финской войне. И сказал: «Сынки, началась большая война. И вы не идите ко мне и не просите, чтобы я вас отправлял на фронт. Я знаю, когда вас отправить. Когда вы будете готовы и когда потребуетесь, тогда и отправим». В конце сентября 1941 года Александр Васильевич получил звание лейтенанта и попал под Москву на формирование 20-й танковой бригады. Подразделение, в котором 1400 человек и 65 танков, было сформировано за неделю, в то время как сейчас на сформирование танкового полка требуется год. Под Москвой шли ожесточенные бои. Уже 10 октября лейтенант Боднарь очутился на Бородинском поле, а 12 октября он вступил в свой первый бой. Колонна немецких бронетранспортеров с пехотой прорвалась по Минскому шоссе на участок 20-й бригады. Танк Александра Васильевича был в 200 метрах от шоссе и сразу поразил первые две машины, которые запылали яркими факелами. В августе 1942 года Александр Васильевич участвовал в Ржевской операции Западного фронта. Воевала бригада до тех пор, пока останется хотя бы один танк. Остался в бригаде один танк. Задачу бригаде ставят. И этот танк посылают, пока его не сожгут. Вот теперь, когда в бригаде 100% нет, бригаду выводят под Нарофоминск, и тут уже формируют ее новым комплектом всего. Поэтому командир батальона правильно сказал: «Сынок, мне уже делать нечего, три танка. Так у него 31 танк, а то уже все сожжены. Пойдешь ты. Вот деревня Кривцы, Штанина, Рябинки, вместе к деревне. Пойдешь ночью. Задача – ворваться на окраину. К утру подойдет пехота. 5 часов вечера сыграют «Катюши». И ты рвани на ту сторону Кривцов. Вот рвани на ту сторону, когда сыграют «Катюши». Вот и весь приказ. И больше ничего. Комсомольский танк под командованием лейтенанта Боднаря первым ворвался в деревню Кривцы. Он уничтожил 11 дотов, 4 блиндажа с немецкой пехотой, один наблюдательный пункт, одну противотанковую пушку, разбил 2 танка, закопанные в землю, разгромил 5 домов, превращенных немецкими автоматчиками в укрепления, раздавил около 80 солдат и офицеров. Немцам удалось разбить пушку и пулемет танка. Раненый лейтенант Боднарь и старшина Слепов были эвакуированы в госпиталь, а водитель Мирошников со стрелком-радистом погибли. Ранение оказалось тяжелым. Александр Васильевич 9 месяцев пролежал в госпиталях, а после этого на Урале в городе Верхний Уфалей до конца войны готовил механиков-водителей для фронта. Он награжден 4 орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны первой степени, за заслуги перед Отечеством, медалью за боевые заслуги и иностранными наградами. После войны он командовал танковым полком в Заполярье, был начальником штаба Тацинской танковой дивизии, обучал в Дамаске сирийских офицеров, преподавал в бронетанковой академии. Сейчас, несмотря на свой почтенный возраст, Александр Васильевич Боднарь продолжает работать в центре образования 1461 директором школьного музея 11-го танкового корпуса. Этому музею более 30 лет. История 20-й танковой бригады, вошедшей в состав 11-го танкового корпуса, занимает почетное место в музее. Каждое 1 сентября новых учеников центра встречает в школьном музее ветеран войны, полковник в отставке Александр Васильевич Боднарь. И каждая встреча с боевыми друзьями в музее начинается с песни про экипаж машины боевой. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен.
у границ земли дальневосточной, пробивай ударный батальон.